Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали, так никто и не поймет. Ростом был 0,5 километра, весом 20 килограмм. Заходил в свою квартиру он обычно по частям. Засовывал сначала голову, а потом все остальное. Жизнь у него была тяжелая, зато гнулся, как веревка втрое. Николай учился в школе, там его прозвали Колей. Он тихонько обижался, просто думал, это из-за роста. Просил его не обзывать так, потому что он не Коля. Потому что это Стайл, это Николай Рептайл. 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 Ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером. Собирал такое, что отковырял он из клавиатуры букву В и букву О. Держал в серванте под стеклом их. Полиролем натирал. Вел учет, архив, записывал. Все в свой особенный журнал. Демонстрировал гостям их. Очень ими он гордился. Перед сном снимал на камеру и спокойно спать ложился. Еще была в его коллекции, так, между прочим, заодно, клавиатура от компьютера, без буквы «Б» и буквы «О». Ее он тоже коллекционировал, держал в серванте под стеклом. Соседи все его считали, правда, каким-то местным дурачком. Но Коля вовсе не дурак был, просто интересный парень. Просто это такой Стайл, это Николай Рептайл. 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 Yes. Reptile.
Thank you.
Control.
So